Смольном вручили награды 5-го федерального конкурса народного признания «Наш любимый врач». В число победителей вошел доктор из Калининского района. Лучших медиков выбирали сами пациенты и их родители. Они оценивали труд врачей, оставляя отзывы и рисунки в поддержку на сайте конкурса. За победу в этом году боролись более 3000 педиатров и других специалистов из разных городских поликлиник, больниц, родильных домов и женских консультаций. За своих любимых врачей в этом году петербуржцы отдали более 30 тысяч голосов и отзывов. Более 11 тысяч работ нарисовали маленькие пациенты. Они не только принесли дополнительные баллы своим любимым врачам, но и сами стали участниками отдельного конкурса. Авторы лучших рисунков получили подарки от первых лиц города.